такая бабушка, корябушка. Замечательно вас всему научат. Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка. И сегодня я покажу вам, опять покажу вам средства, которые я героически добила. Все мои постоянные зрители знают, что у меня очень много косметики, поэтому если какое-то средство я выдавливаю до конца, то это значит, что оно очень хорошее. И давайте скорее смотреть, что же бабушка добила. Я не выпускаю такие видео ежемесячно, а просто как наберется определенное количество пустых использованных баночек, так я и делаю видео. И давайте скорее смотреть, чем же вас порадуют на этот раз. Для начала замечательные патчи для кожи вокруг глаз. Они же используются и на носогубных складках, и на переносице, и на шее, и на области декольте. И здесь я оставила пару штучек, не стала использовать, чтобы вам их показать. Так вообще баночка пустая. Это невообразимо красивые патчи. Кроме того, что они очень красивые, все переливающиеся, роскошные, они большие по размеру и они плотные. Что нам дает плотный и большой патч? Площадь прокрытия под глазами увеличивается, захватывается все, что нужно. Да? И плотный патч, он немножечко оказывает компрессию на кожу, разглаживаются, распрямляются все заломы, и туда попадает целебная сыворотка. А в этих патчах есть чему попадать. Это очень серьезный косметический бренд Wellderma. И они любят пептиды, они используют низкомолекулярный коллаген, вот, кстати говоря, как в этом случае. И здесь есть мельчайшая пудра сапфира. Что это дает? Быстрый эффект очень ухоженной кожи. Я люблю использовать эти патчи и перед нанесением макияжа, чтобы в гусиные лапки ничего не закладывалось, никаких тональных основ, консилеров. И что мне очень нравится, несмотря на высокое содержание коллагена, такие патчи обычно любят скатываться в колбаски. Здесь такого не происходит. Нанесла, убрала, можно наносить макияж. Не надо смывать, как другие патчи. Вот бывают с гиалуроновой кислотой, с коллагеном, от них потом остаются колбаски. При столкновении с макияжем здесь такого нет. И я очень советую возрастным девушкам, и не только возрастным, а и молоденьким, кто еще не пользуется на ежедневной основе такими патчами для кожи вокруг глаз, быстренько начинать. Эти патчи ухода, сывороток, кремов ни в коем случае не заменят, но без них тоже нельзя. Это дополнительное, кропотливое, ежедневное увлажнение, плюс большие патчи плотные разглаживают морщинки. И плотные патчи можно использовать на носогубках, можно использовать на лбу, на переносице, на шее, на области декольте. Они прекрасные здесь лежат, потому что они плотные. Есть такие бюджеточки, знаете, прозрачные такие, они через 15 минут становятся червячками засохшими. От них на возрастных носогубках глубоких там никакой уже радости нет. Они эту носогубку не раскроют, чтобы в нее впитаться. Здесь все замечательно. И вот такие патчи, которые состоят из гидрогеля. Я еще раз напомню для тех, извиняюсь, конечно, не люблю никого обзывать, но немножечко не в ногу со временем идущие девушки, которые вот это все начинают варить из каких-то пакетиков чайных, из желатина. Желатин губит кожу под глазами, он ее обезвоживает, она становится морщинистой, то есть эту кожу убивают. В то время как гидрогелевые патчи состоят из гидрогеля, из сыворотки отливают гидрогель, и он растворяется частично в коже. У кого-то после использования таких гидрогелевых патчей остаются тоненькие пленочки, значит, кожа обезвожена и хорошо кушает. У кого-то практически какой был, такой остался. Значит, у вас все в порядке с влагой в этой области. И если ваши патчи скользят, это говорит о том, что у вас все хорошо, ничего там у вас обезвоженного под глазами нет. Потому что у меня патчи присасываются намертво сразу, как касаются кожи, потому что у меня кожа уже очень возрастная, 50+. Если у вас скользят патчи, берем вот так, проводим по руке, в одном направлении. Так провели патчем. Все, он не будет скользить. Гарантирую.
И вот эти патчи со внешними эффектами, с сапфиром, коллаген очень рекомендуют для дряблой возрастной кожи вокруг глаз. Кроме того, они великолепны на декольте. Замечательное средство, мои самые теплые рекомендации. И напомню, что все ссылки на все средства вы, как всегда, найдете в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. Следующее средство – это замечательная тушь от люксового бренда Florasis. Это самое настоящее обыкновенное чудо. Что она делает? У меня прямые, смотрящие вниз, толстые азиатские ресницы, как палки. Она их закручивает, делает без преувеличения в два раза длиннее, но при этом нет вот этого кошмарного эффекта накладных ресниц, нет вот этой вот грязи, этих комочков. Нет впечатления, что на ресницах тушь. Просто свои вот такие иголочки, длинные, очень красивые. Это если ее нанести в один слой. Если в два слоя, то эффект уже есть не накладных ресниц все еще, но уже есть присутствие туши. Поярче все это становится, помохнатее. Если же эту тушь нанести в три слоя, у вас будет на ресницах то, на что девушки ежемесячно тратят деньги. У вас будет полный эффект нарощенных ресниц, которые вы можете совершенно спокойно смыть. Никаких ограничений в косметике, да, как с нарощенными ресницами. Никаких лишних трат. Купил вот такую тушь и радуйся. Очень удобная кисточка. Ничем средство не пахнет. Смывается обычной теплой водой. То есть еще меньше химии у нас на коже вокруг глаз, которая склонна становиться старенькой раньше времени, быстрее всего лица. И такую тушь могу только рекомендовать. Эту баночку, точнее, эту упаковку туши я добила с огромным удовольствием. И держится хорошо. Не опадает, не размазывается. Ну, это действительно тушь для истинных леди с потрясающими какими-то эффектами. Следующее средство тоже очень интересное. Это много всего, я сейчас сразу не показываю. Это замечательные пады. Все мои постоянные зрители знают, они постоянно сейчас узнают, что я обожаю пады. Они заменяют тканевые маски, они заменяют пилинг, они заменяют все, что угодно. И здесь вы видите пустую баночку. Но здесь не просто какие-то пады, которые мы накладываем как тканевые маски. Это пады для пилинга. Очень нежный, но в то же время все не нужно убирать. Что здесь интересно? Это, прежде всего, конечно, технология, как выполнен сам пад. Шероховатая сторона, и она заполнена таким веществом, как уголь. Это абсорбент. Он из пор вынимает абсолютно всю гадость, абсорбирует в себя, да? И все это дело немножечко, вот этот кожный жир подрастворяет. И сначала протираем вот этой серенькой стороной, потом полируем белой. Для кого это средство? Средство, кстати говоря, очень интересно. Тут пустая баночка, пинцет для извлечения. Патчи – это очень важно, если кожа проблемная, нужна гигиена. Да? И эти патчи выпущены для мужчин. Но кроме того, что мой муж с огромным удовольствием ими пользуется, я вот сейчас вторую банку заказываю, я сама периодически у него эти патчи ворую. Он использует их на постоянной основе. Эти патчи тормозят выработку себума, и кожа в течение дня просто не становится вот этим жирным блином, который нужно убирать. Убирать ничего не нужно. Намного меньше становится комедонов, сужаются поры. Я же ворую эти патчи у него, когда мне нужно, например, перед ответственным макияжем сделать себе просто гладкую, шелковистую кожу. Замечательное средство, удобно тем, что можно купить как бы для мужа доброе дело сделать, сказать: смотри, дорогой, я купила тебе косметику, чтобы ты был долго красивым, молодым, с роскошной кожей, ну потом с чистым сердцем ее использовать. Да? Вот такая бабушка, корябушка. Замечательно вас всему научит. На самом деле средство действительно очень интересное. И, кстати говоря, в этой же линии, у этого бренда Skinic, выходит потрясающий флюид для мужчин в
все в одном, который я тоже у мужа систематически ворую. Это нежнейшее средство, которое содержит в себе тонер, сыворотку, эмульсию, крем, все, потому что редок тот мужчина, который добровольно все это будет утром и вечером на себя наносить. Роскошное совершенно средство, нежное молочко, исчезает в коже, и я его ворую, когда тороплюсь утром. Мне некогда наносить весь уход. Когда я наношу этот флюид, у меня ухоженная кожа, как будто бы я нанесла весь уход, увлажненная и красивая. Кроме того, вот этот вот флюид является ароматерапией и имеет, и его аромат имеет даже свою карту парфюма. Этот аромат выручает и избавляет мужчин от плохого настроения в их критические дни. Так что на метле раз в месяц полетать хотим не только мы, но и наши мужья. Поэтому вот этот бренд никак не выпустить из рук, так нравится, да? Вот эта линия отлично, просто отлично. Подойдет для подростков. Молодые люди тоже, я думаю, не будут долго на себя все это наносить. Вот такую вот баночку мы тут коллективно добили. Следующее средство. Это я заказываю нон-стопом, это моя повторилка. Это пустая баночка со скрабом для губ. И вот уже на подходе новое, видите, еще даже запечатанное. Что здесь интересно, здесь вот такой красивый аппликатор для забора средства. Вот такая роскошь. Что-то совершенно невозможное. У меня, по-моему, даже истерился отдельно об этом средстве. Здесь работает, так, давайте откроем, надо же показать, как все это выглядит в новом виде, да, откроем уже, что ж теперь, вот, ой, какой аромат пошел, это нежность розовых лепестков, здесь есть женьшень, здесь есть уходовые ингредиенты и мельчайшие частички, которые отшелушивают нашу кожу губ, губы молодые, целовабельные, припухшие, нежные-нежные, для тех, у кого сохнут губы, даже для тех, у кого они не сохнут, для тех, кто любит матовые помады, которые губы убивают. Это средство, это смесь пилинга с бальзамом, с чем угодно. Использование просто удовольствие. Наносишь на губы, начинаешь пальцем размазывать, невозможно остановиться. Это для тактильных маньяков. И он настолько красивый, он настолько эстетичный, и он настолько эффективный, что вот заказываю нон-стопом. С этого средства вообще началось мое знакомство с этим замечательным люксовым брендом Florasis. Это было первое средство, которое я у него заказала. И только потом уже у меня появилась от него декоративная косметика, уходовая, очищающая. Это бесподобное средство. Мои самые теплые рекомендации. И напомню, что в инфобоксе под видео, кроме ссылки на это средство, да, я еще с вами поделюсь кодом, пройдя по которому вы получите очень вкусненькую скидку. Обязательно заглядывайте в инфобокс. Инфобокс – это такая хрень, для тех, кто все время спрашивает, которая открывается под видео. Следующее средство, которое я добила, это кушон от корейского люксового бренда Ахви. Он заляпанный, потому что он использованный, честно говоря, смотреть тут не на что особо, да? Кушон и кушон. Но это потрясающее лимитированное издание. Оно идеально подходит к одной из моих самых любимых сумочек от Yves Saint Laurent. Ну, вообще дизайн немножко, по-моему, как у Диора, да? Что-то свистнули похожее. И в комплекте к нему идет вот такая замечательная губная помада. Что делает этот кушон? Он визуально и невизуально омолаживает нашу кожу. Выполнен этот кушон, это тональная основа в виде губки кушона, на основе одной из самых убойных антивозрастных сывороток от корейского люксового бренда Ахви из линии The First. Там
11 пептидов, объединенных в мощные комплексы, рекомбинантные клетки. Там все, что угодно. И вот это вот все есть в кушоне. Ложится идеально. Это шелк самый настоящий. И это кушон с плотным прокрытием. То есть он прокрывает даже татуировки. И в нем работают, как во всех корейских люксовых кушонах, светоотражающие частички, которые блюрят нашу кожу в реальном времени. Вам не нужно никакого фотошопа. Свет преломляется на поверхности нашей кожи, и мелкие морщинки просто исчезают, а крупные становятся более размытыми, визуально менее заметными. Эффект просто потрясающий. И напитывание, увлажнение. Действительно, замечательная линия кушонов. Что касается помады, потому что этот кушон доступен, насколько я знаю, вот в таком издании, он доступен вместе с помадой в наборе. Что касается помады, это очень легкий бальзам для губ. Выглядит насыщенным, но его практически не видно. Я им слегка протаптываю губы в течение дня, но у меня очень много губных помад, и вот это у меня как-то... Я про нее забываю, она у меня все время лежит где-то. Про кушон не забываю, про помаду забываю. И средство, конечно, просто потрясающее. Еще такое оформление классическое. Это нереальная красота. Очень советую. И это средство подойдет для возрастных девушек, у которых есть на коже изъяны заметные, которые нужно закрыть. Например, пигментные пятна большие, темные. Это же часто в возрасте бывают крапчатые какие-то такие области. Это может быть проблемная кожа. Тут все прокрывается начисто. И просто возрастная кожа, которой нужен блюр. Нет, наверное, такой возрастной кожи, на которой бы нечего было скрывать вообще. Она была бы уже, наверное, не возрастная. Следующая тональная основа, которая тоже в этом месяце у меня закончилась. Я не за месяц, естественно, ее убила, но я все лето планомерно вот так вот пользуюсь понемножку и добила. Это очень интересная тональная основа, тоже бренд Florasis люксовый. И эта тональная основа, скажем так, по прокрытию прямая противоположность вот такого густого, нажористого, как мой муж говорит про все такое солидное, нажористое, вот нажористый кушон. Здесь тончайший флюид. И если это средство создано для того, чтобы закрывать изъяны, то это средство создано для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту кожи, не отличающейся какими-то вот такими вот изъянами, которые нужно обязательно прокрывать. Для тех, кто использует корейский люксовый уход, у меня очень многие девушки в комментариях пишут, они заметили, как радикально изменилась их кожа после корейского люкса, систематизированного такого, да? И очень многие пишут, что на такую кожу, ну вот жалко наносить тональную основу, потому что жалко такую красоту прятать. И не надо ее прятать. Для этого, для девушек, которым нужен просто один штрих, финальный, чтобы кожа выглядела дорого и супер ухоженно. Это вот такой легкий флюид. Он ничего не прокроет, он не прокроет никаких татуировок, но он наносит именно вот тот вот лоск. Сразу вид абсолютно другой. И я очень рекомендую это средство для девушек возрастных, у которых единственная проблема на коже – это морщинки, обезвоженность. Сама по себе кожа ухоженная, и вопросов к ней не возникает. Но для того, чтобы ее вот шлифануть, этот вот решающий штрих, это потрясающее средство. Нежнейшая сливочная консистенция. И такое чувство, когда я его наношу, что я наношу жидкий шелк. Это сложно объяснить, это нужно попробовать. Легчайшая дымка. Как она ложится? Я наношу ее руками. Ну, в принципе, влажный спонжик подойдет, любой подойдет спонжик, кисть, все что угодно. И фактически можно ее наслоить, но смысла в этом нет никакого, потому что это именно вот этот вот воздушный флюид. Отличное средство, мои самые теплые рекомендации, ссылка в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. Следующее средство, я рассказывала вам сегодня о декоративной косметике, теперь расскажу, чем я обычно смываю. Да смываю еще и так с любовью, что вот баночка добита. Это один из моих самых любимых брендов, La Bonita. И это их бальм или шербет, как они это называют. Кто-то называет шербет, кто-то бальзам, кто как хочет, так и называет.
Это средство для удаления макияжа, санскрина и прочих загрязнений. Даже если вы не наносите уходовую косметику, но используете санскрины, вам нужны такие средства перед пенкой для умывания обязательно. Санскринов полезных нет. Скажу вам прямо, я думаю, что это ни для кого не секрет. И удалять их с кожи нужно хорошо, чтобы они на ней не гадили. И это средство проникает в поры, притворяется кожным жиром. Оно может обаять комедоны, санскрины, всю эту декоративную косметику, все вперемешку, лишний себум смешивается с ними и превращается в легкую эмульсию, которую мы теплой водой смываем. Средство потрясающее. Но даже если вы не пользуетесь не только декоративной косметикой, но и санскринами, хотя бы несколько раз в неделю, особенно летом, 3 раза в неделю, при сухой коже, при очень сухой, при какой угодно, при жирной тем более, если вы просто наносите уход, все равно несколько раз в неделю вечером я очень советую вам использовать вот такое двухступенчатое очищение. Почему? Оно работает идеально. Это идеально чистая кожа. Возрастные поры и так любят и умеют расширяться, потому что кожа теряет эластичность и упругость. Зачем же этому процессу помогать, накапливая еще и всякую ерунду в порах, да, чтобы они еще от этого расширялись? Не надо нам такого счастья, поэтому очень советую такие средства использовать. Вид цитрусовый, свеженький и абсолютно такой же нежный-нежный цитрусовый аромат, не мультяшный, не химический, а вот немножечко легкой воздушной апельсинки. Вечером, когда устала, макияж, вот это все не хочется смывать, хочется просто упасть вот этим всем лицом в подушку. Ничего, да, что там? Нет. Берешь в руки, усталость улетучивается от этих цитрусовых, и потом кожа вот эта мягкая. Средство не сушит, не обезвоживает, напротив. Смываешь косметику, такое чувство, что ты уже часть ухода нанес. Кожа увлажненная, мягкая, гладенькая. Отличное средство, кстати, и не стоит, как крыло самолета. Весьма бюджетно, хватает очень надолго, потому что на лицо нужна маленькая кукулечка. Замечательное, просто замечательное средство. С удовольствием его добила. И, кстати говоря, для жительниц жарких стран я заметила, как летом оно кожу освежает. Хозяйки, да, из жарких стран, на заметку. Отличное средство, очень рекомендую. Следующая добитая баночка, и это пилинг. Замечательный пилинг от корейского люксового бренда The History of Wu из линии, которую создали, внимание, для борьбы с возрастной пигментацией, которая появляется у женщин в определенный климатический период. Это нежнейшее средство, это гель, в котором красивые золотистые шарики сначала легко отшелушивают кожу, потом растворяются, выпускают наружу. Замечательные антипигментационные вещества. Этот гель очень подойдет для любой кожи после лета, чтобы устранить нагуленную пигментацию. Если у вас нет какой-то ярко выраженной пигментации, так, там-сям отдельные пятнышки непонятные. Главное в таком случае не дать им разрастись, почувствовать себя хозяевами жизни и кожи. Да? И вот такой вот гель сразу после лета, быстренько, вот такой пилинг несколько раз в неделю, он это безобразие отлично устранит. В группе были отзывы, много отзывов, потому что это классика корейской косметики, ее очень многие знают. Были отзывы, что этот пилинг также устраняет веснушки и постакне. Есть в пробничках. На момент, скажем так, когда я сейчас снимаю это видео, я не уверена, что он есть. Если он есть, я обязательно и на полную версию, и на пробнички выложу ссылку в инфобоксе под видео. Кто еще не знает, как сделать, создать для себя корейский люксовый уход, при этом сэкономив, чтобы этот уход по стоимости был где-то как корейский Макс Маркет или Мидл Маркет, пожалуйста, посмотрите мое видео о том, как собрать такой уход из пробников. И обратите, пожалуйста, внимание, что в инфобоксе под видео я всегда
вне зависимости от того, показываю, вот, например, полноразмерное средство, да, но я обязательно выкладываю ссылки на пробники, если они только есть. А это моя повторилка. Притом повторилка какая? Я заказываю это средство, эту маску, пустая баночка, да, все видят, нон-стопом. Это снова бренд La Bonita и потрясающая маска, которая не только сужает поры, но и работает с контуром лица. Это смываемая маска, легкая воздушная консистенция. Здесь работают самые настоящие чудеса. Здесь есть и коллаген, здесь есть комплекс пептидов, здесь есть очень много всего интересного. Но взять такие ингредиенты ума много не надо. Много ума нужно для того, чтобы взять такие пропорции и так красиво их соединить, чтобы средство стало вот таким вот убойным. Если вы видите вот такие вот буковки V, да, V-line, так обычно в Корее помечают средства, которые делают подбородок уже. Потому что кореянки просто зациклены на красивых контурах лица. И кроме того, что они должны быть без провисаний, без брылей, они еще должны быть вот такие V-образные. И кроме того, что эта маска сужает, действительно сужает контуры лица, она еще и сужает поры. Общий лифтинг-эффект настолько сильный, что контуры лица приподнимаются. У нас в группе очень много хороших отзывов. Многие пишут, что действительно нон-стопом заказывают эту маску. Я с ней вместе дружу. Я с ней дружу уже, наверное, года три. Как она только вышла, я ее попробовала. Все. И La Bonita выпускает вполне приемлемую по своей стоимости косметику, потому что они очень сильно заморачиваются на составах. Но, как видите, они совершенно не заморачиваются на упаковке. Слепила из того, что было. Ну все. Зато какое содержимое. И эту маску я могу только для возрастной кожи, теряющей упругость, для женщин, у кого намечаются проблемы с контуром лица. Очень маску советую. Потрясающее средство. Следующий мой добитыш – это айлайнер. Подводка для глаз. Стрелочки рисовать. Корейский люксовый бренд Ахви. И вот эта же линия, что и кушон, и помада. Ахви как с цепи сорвался. Они выпустили в этом году и палетки нескольких видов, несколько подводок, несколько видов туши. Ну, кушоны они всегда выпускали, они мастера кушона. Это подводка. Очень удобно чем? Она держится намертво. У меня нависшее, жирное, дряблое возрастное веко. Я не в состоянии придумать веко лучше для тестирования подводок и теней на стойкость, чем мое. Что-то, может быть, даже высококачественное, но не супер высококачественное. У меня сразу отпечатывается на верхних веках. Течет, подплывает. Все течет, все изменяется на бабушкиных глазах. Эта подводка такого безобразия не допускает. Держится как прибитая в течение дня на таких вот веках, даже летом, даже в жару. Очень красиво наносится ровно. Можно нарисовать тоненькую-тоненькую линию, можно добавить драмы, какую угодно. Кисточка здесь как от китайского каллиграфа. Потрясающая. И это действительно стойкая подводка. Вот это я проверила. Смывается теплой водой. Так же, как и люксовая тушь, вот эта вся современная косметика, отлично смывается теплой водой. Еще один замечательный добитыш. Даже не хочется это так называть. Это потрясающая люксовая губная помада-бальзам от корейского бренда Sulvasu. Кто не смотрел еще, у меня есть отдельное видео о лучших средствах этого бренда. Там самые настоящие звезды собраны. С неба просто с очком ходила, собирала. И это одна из звезд, которая тоже в этом видео фигурирует. Это не просто помада. Это не просто бальзам. Это средство на основе сильной антивозрастной эссенции. И возрастные губы, которые превращаются со временем в полусухие такие тряпочки. Я знаю, о чем говорю. Да? Возраст 50+, я прекрасно знаю, о чем я говорю. Вот на такие губы уход нужен уже совершенно другой здесь. Допользовано. Ковыряться в помадах спичкой я не люблю. Ну, вот здесь вот такая вот помада. Это нейтральный нюдовый оттенок. Я очень люблю нюд. Моя теория, как выглядеть моложе, это просто, знаете, слиться со стенкой. У всех разное мнение на этот счет. Мне нравится так.
И это бальзам, который не только роскошно выглядит, это потрясающее, интеллигентное, натуральное покрытие. Это омолаживатель для губ. Это мои молодильные яблочки. А когда губы наполнены, увлажнены, напитаны, и на них нет морщин, это опосредованно влияет на область вокруг губ. Очень многие девушки жалуются на ранние морщинки, которые начинают вертикально вот здесь вот прорезать верхнюю губу и идут под нос. Потом весь рот вот так по периметру прокрывается такими морщинками. Конечно, там все это происходит не без участия мышц лица, но долгие годы, используя матирующие, особенно матирующие помады невысокого качества, девушки сначала убивают губы, а потом страшно удивляются, что вокруг губ тоже разводится пустыня с большими такими трещинами сухими. Удивляться не приходится. Как я всегда говорю, омолодить что-то одно на человеке невозможно. Это вот никому же не приходит в голову начать омолаживать свой правый глаз. Нет. А вот почему-то губы мы будем омолаживать, а область вокруг них нет. Зачем? И вот это средство с волшебным, совершенно легким, едва заметным ароматом. Это не просто, конечно, помада. Это бездна ухода и вид совершенно другой. Если я наношу матовую помаду, у меня очень много вот таких бальзамов разных оттенков, именно такого вида. И я легко промакиваю губы вот таким бальзамом, каким-то пальчиком, да, притаптываю. А потом наношу матовую помаду, чтобы губы беречь. Ну, у меня уже как-то с молоду не получается губы беречь, а вот кто может, надо беречь с молоду. И использовать высокого качества губные помады и обязательно вот такие вот бальзамы. Вот такое сегодня получилось видео. Я очень надеюсь, что оно было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно посмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале. И до следующего раза. Всем пока!